Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые друзья, ценители искусства, зрители передачи «День шедевра». По вашим многочисленным просьбам мы продолжаем знакомство с экспозицией древнерусского искусства Рязанской области. Сегодня мы находимся именно в этом зале художественного музея, который расположен в цокольном этаже и имеет определенную ауру. Я бы сказала, что это храм, музей. И сегодня мы вместе с моей соведущей Марией Киселевой расскажем вам о иконе XVI века, на которой изображен митрополит Алексий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о памятнике древнерусского искусства XVI столетия. Эта икона единственная подписная в коллекции Рязанского художественного музея. Митрополит Алексий, второй русский митрополит после Петра. Яркая, интересная историческая личность. Воспитатель Дмитрия Донского, дипломат. Говорят, что митрополит мог решать самые сложные вопросы без кровопролития. Он обладал даром целительства. Излечил царевну Дойдулу от слепоты. Она прозрела. Почти четверть века митрополит Алексий возглавлял Русскую Православную Церковь. Спустя 50 лет после его кончины он был канонизирован. Эта икона выполнена в столичной иконописной традиции. Золоченый фон, утонченные линии, изящество и лаконичность образа. Приходите. Дорогие друзья, узнать историю иконы XVI века авторства Давида Сираха, а также истории других шедевров Рязанского художественного музея вы можете на сайте Рязанского информационного агентства siminfo.ru, в наших рубриках в социальных сетях, в группе ВК Рязанского художественного музея. Ну и, конечно, приходите в музей лично. Эти иконы нужно видеть, смотреть, думать и размышлять о личном.